друзья, фиксай, добро пожаловать обратно в Майнкрафт. В общем, рассказываю, что произошло. Совсем недавно я на недолго переехал в новое место. Поспал одну ночь и произошло землетрясение. А я даже почту не успел проверить, поэтому прямо сейчас этим и займемся. Но прежде чем мы начнем, надеюсь, то, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. А если нет, то давайте наберем под этим роликом 79 855 лайков. Почему я так решил, не знаю, просто очень красивая цифра. А мы начинаем! Пока я спускаюсь вниз, хочу вам сказать, что работа над новым треком уже идет полностью. В скором времени я пойду его записывать. Поэтому ждите! Эх, вот бы фиксету сюда еще. О, господи, там черепа, что происходит? Ладно, какой-то сундук, а учебник истории, посмотрим. Война 788 года. Два гноми королевства из-за ссор начали враждовать. Началась война технологий. Ладно, я, короче, понял. Возьму пару стейков, почему бы и нет, чтобы немножко покушать потом. Так, почта, значит. Господи, почему здесь кости, а также... Чё за фигня? Здесь же вчера коровы были. Так, срочное письмо, давайте почитаем. В городе началась эпидемия старого вируса. Лекарств не хватает, слишком много больных. Все мобы заражены, им нужна помощь. Да ладно, отправляйся в башню мага, возьми у него партию лекарств и отдай ее горожанам, пожалуйста. Чё за фигня? А вчера же все было нормально. О нет, проход завалил, нужно найти другой путь, все из-за землетрясения. Не знаю, кто это мне оставил эти подсказки, но, блин, спасибо. И что это получается, мне только идти в эту шахту и все? Ну ладно, окей, придется тогда сюда спускаться. Так, какие-то бочки, в них ничего нету. На всякий случай буду проверять. Эта вагонетка ведет большую шахту, главное, чтобы там ничего не сломалось. Но я на это тоже рассчитываю. Так, еще кусочки золота здесь, сырая треска. Опачки, почему? Давайте возьмем. А вот говядину, не-не-не, я говядину больше есть не буду. Раз все мобы заражены, то я даже не буду притрагиваться к этой идее. Опасно, блин, ладно, придется рисковать, поехали. Надеюсь, то, что ничего опасного не произойдет и... ну, вроде бы нормально, все-таки. Нет! А, черт, возьми, еще и в воду упал. Хорошо, что быстро проснулся, потому что в воде был. Чертов мост изгнил. Ладно, слава богу, то, что жив хотя бы остался. Так, какие-то бочки еще. Окей, что это такое? Это похоже на старые гномьи тайные ходы. Какие все гномьи ходы? Ну ладно, давайте посмотрим, что здесь вообще находится. Я здесь на самом деле впервые вообще нахожусь. Опачки, вот этот мне очень нравится, спавнер зомби. О, нет, 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 а вот и он появился. А что мне делать? Как мне с ним расправиться? У меня ни меча, вообще ничего нету. Что здесь написано? Как мне дальше пройти? А, нужно дать ключ от двери. А где мне его находить? Вообще, здесь ничего нету. Надо быстрее осматриваться. Осматриваемся повсюду. Каждый угол, не знаю, заходим куда угодно. А, тут еще и маленький зомби появился. Что это? Что это? Я вижу люк здесь. Нет, нужно пойти быстрее взять этот ключ. Нет, зомби, даже не пытайтесь, быстрее. Так, хорошо. Открываем люк. Так. Ключ нашел. Мало хп, мало здоровья осталось. Быстрее. Сломай, закрой дверь. Ух, я смог, я это сделал. Это было очень страшно. Блин, я ж теперь не выйду, как я там ключ оставил, вот он. Ладно, если что, вот как-нибудь вот рукой протянусь через эту дырку. Стой, путник, я хранитель артефактов, что тебе надо? Да я вообще-то простой феррер, мне бы в башню попасть. Тогда выбери один путь, они разные по сложности. Ну да, тут как бы подписано это, спасибо. Удачи, путник, береги себя, ты герой, раз попал сюда. Да, спасибо, хранитель артефактов. Ты дашь мне какой-нибудь артефакт? Блин, сырую треску тоже вообще опасно очень. Есть. Ладно, есть какой путь? Сложный и простой. Так, это какой? Давайте пойдем через простой. Хотя, ну, выглядит очень просто, а сложный. Так, давайте посмотрим. О, почти кольчужный шлем надену. На всякий случай, я как будто бы на свадьбу собрался. Ха, угадайте с кем. Блин, нет, через этот путь я 100% не пойду. Ну его нафиг. Пойду через простой. Так, а, здесь нужно прыгать. Ай-яй-яй, очень аккуратно. Хорошо, теперь сюда. Черт его возьми, ну и сны приснятся же. О, нет, здесь все горит, уже надо быстрее спешить. Так, смотрите, здесь какая-то комната есть. Посмотрим. Боже мой, здесь череп, кровь опять. Так, какая-то книга. Давайте почитаем. Строили королевскую усыпальню, и я попал в ловушку. Здание обвалилось, а внизу оказалась лава. Похоже, это моя первая и последняя запись. А ладно, ну ты что, издевайся, дружище? Ты что, не мог выйти и пропаркурить обратно? А хотя нет, это невозможно. Черт его побери. А что в сундуке? Щит. О, это уже хорошо. Это нам понадобится, я думаю, если зомби какие-нибудь появятся. Так, сейчас будет опасный прыжок. Чертовы лианы, они мне мешают. Раз, два, три, прыгаем. Фух, выжили. Так, смотрим, что у нас здесь. Какой-то костер затухший. Железный меч низкого качества. Прекрасно. Он нам тоже в битве очень сильно поможет. Было сложно. Еще как. А вот и вагонетка. Подождите, в смысле, я вернулся обратно, что ли, или это другая? Так, а что находится здесь, в этой стороне? Тут, кажется, тоже обвал. Да, землетрясение же было. Ладно, только один путь по этой вагонетке. Поехали. Ай-яй-яй, как я здесь пролез-то вообще? Все, покатили. Так, какие-то руды повсюду. Ну, прям этаж. А, там путь наверх был. А, ладно, пофиг на него. Я на самом деле не знаю, куда я сейчас еду, но надеюсь, то, что в какое-нибудь нормальное место, не опасное. Так, вроде бы мы с вами примчали. Опачки, еще какой-то ключ и учебник истории.
Опять-таки? Гномы были самыми сильными на земле. Ладно, ладно, кому интересно, друзья, почитайте, я это читать не буду. Жареная баранина, нет, я даже ее есть не буду. Я возьму себе немножко хлеба. Вот, покушаю, будет нормально. Ого, живые люди! Привет, ты попал в начало шахт. Я тут людям помогаю, которые в беду попали. Ты, я вижу, один из них. Ну да, мне нужно попасть к магу за лекарством. Прости, друг, путь к башне завалило. Тебе надо идти через лабиринт погибших. Удачи. Лабиринт погибших, значит, говоришь, да? Так, а мне что, вниз спускаться или куда? Что здесь написано? Технические работы. Башня мага. Мне ж туда нужно, ну блин! Мне теперь в обход придется идти, черт его возьми. Как же не повезло. Южная шахта. Стоп, 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 стоп. Я могу туда отправиться, да? Да, могу. Так, а я здесь сюда приду. Что это за место такое? О, еще один низкокачественный меч. Это прекрасно. Это немного похоже на ловушку. Слушайте, не, я туда идти не хочу пока что. А здесь одни тупики, здесь тоже все завалено. Стоп, ну там вагонетка была, 100%. Давайте посмотрим, что там находится. Так, поехали. Очень медленно едем. Прям чрезвычайно медленно. Кажется, я вернулся в начало. Так, ладно, значит, единственный путь нам это вот сюда. Вот, окей, без проблем и... Ха-ха-ха, ну естественно, как могло быть иначе? Ладно, слава богу, то, что у меня хотя бы ключ есть. Окей, открываем, смотрим. А, и это тот самый лабиринт. Неужели меня тот житель обманул, получается? А там, кстати, какой-то сундук был, я его не посмотрел или посмотрел, не помню. Это, видимо, лабиринт генералов. Тут вроде безопасно, надо будет осмотреться. Ага, три цвета, надо выбрать, какой идти первым. Ой, слушайте, мой любимый цвет это синий. Но красный тоже неплохой, зеленый, ну, зеленый зеленым. Ладно, давайте пойдемте в синий. Окей, без проблем. Не знаю, что ожидать в этом лабиринте, но надеюсь, то, что никаких опасностей мы с вами здесь не увидим. Неизвестный погибший. Прекрасно. О, кольчужные штаны, прекрасно. Так, в этих сундуках ничего нету, идем дальше. Может быть, мы с вами сразу же выход найдем какой-нибудь и уже придем к этой башне магу, потому что мобам нужно помочь. Я там мобов обожаю, они такие милые. Особенно коровы. Мистер Свин и курочки Джеки. Хотя курочки Джеки иногда бывают очень плохими. Ключ, я нашел ключ. Хорошо, можем возвращаться обратно в начало лабиринта. Так, с ключ получается. И куда мне его? Блин, вы издеваетесь, а если я пошел бы не в тот лабиринт сначала? Пойдемте в зеленый тогда, мне кажется, в красный как раз-таки это конец. Печки в них, опачки, в них есть зелье регенерации, то, что нужно. Герцог Рок 3, да ладно? Офигеть, это сколько лет он здесь провалялся? Генерал Вовт Герман 12, что здесь происходит? Кстати говоря, друзья, пока я ищу выход из данного лабиринта, напишите, пожалуйста, в комментариях, ждете ли вы новый трек? Я вам обещаю, что он вам дико понравится. Я очень сильно для вас стараюсь. Так, ну мы с вами продолжаем. Слушайте, в этом лабиринте ничего нету, а еще у меня закончился голод. Мне бы мясо пожарить где-нибудь. Так, смотрите, еще и нагрудник. Верстаке мне даже ничего крафтить. Так, друзья, ну и забежал я в красный лабиринт. Я не знаю, сколько я уже бегу, наверное, ну пару минут точно. И да, выход, кажись, да? Прекрасно, ага, нужен ключ. Есть, есть, есть ключ, замечательно. Опять неизвестный погибший, опять неизвестный погибший. Ладно, хорошо, заходим, смотрим, что у нас здесь дальше идет. Ох, ладно, дальше должен быть старый туннель. Поднимаемся наверх, смотрим. Он не используется уже много лет. Тут есть кто-то? На самом деле, даже и не знаю. Блин, ни вагонетки, ничего нет. Надо было все-таки забрать. Я слышу монстров, я слышу монстров. Меч наготове. О, боже мой, здесь скелеты даже есть. Черт, прыгай, прыгай. Нет, меня скинули вниз. Нет, за что? Зачем? Меч очень плохой, меч просто ужасный. Так, пока не все в воде, мы можем с вами выбраться отсюда. Бежим, бежим, я вижу здесь выход. Все, бежим, побежали отсюда. Ну его нафиг. Это пульт управления. Старые гномьи технологии. Надо бы включить свет. Так, я включил свет, и что дальше? Книга географа, старый дневник гнома. Вода постоянно выходит. Мы уже все делаем, чтобы она не прошла дальше. Пришлось сделать гермоворота, а это недешево стоит. Да еще и война на носу, и тратиться на это не имеет малого смысла. О, да, печеньки! Ну хоть что-то покушать можно. Еще и железные штаны. Заменим на кольчужные. Точнее, наоборот, главное случайно не перепутать с рыбой. А, и железный нагрудник! Железный нагрудник гномов, то, что нужно. Так, ладно, мы с вами включили свет, можем идти. Да ладно, мне надо было все это время сюда идти, оказывается. Все, поплыли, поплыли. Кислорода должно хватить 100%. Жив, здоров, орел, цел. Что не поделаешь ради спасения мобов, друзья, в Майнкрафте. Вот подъем на поверхность. О, да, кажется, мы с вами близки уже к победе. Мы почти что с вами у цели. Давай, давай, фикса, я смогу. Это башня магов, да? Или нет? Да, это, кажется, она. Ура, башня магов. Наконец-таки, надеюсь, что он примет меня, все-таки даст лекарство. Так, все, забегаем, забегаем, забегаем. Так, а почему? Подождите, стоп. В смысле, почему я спускаюсь вниз? Я же наоборот должен спускаться наверх. Привет, маг! Привет, привет! Привет, путник! Я ждал тебя и знаю, зачем ты пришел. Отлично! Тогда давайте мне лекарство, я отнесу его в город. Тебе очень повезло. Я совсем недавно хотел его выкинуть в мусорку. Но как только узнал о болезни, сразу передумал. Лекарство справа от тебя. Бери быстрее! Так, справа, справа, значит, это лево. Опять учебник истории. Друзья, если хотите, то можете поставить на паузу и почитать все-таки и узнать о гномах. Но меня сейчас это не интересует, потому что нужно спасать мобов. Так, где, где? Ящик с лекарством! Да, 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 здесь все есть, прекрасно. Так, стоп, а как мне теперь обратно-то вернуться? Ладно, возвращаемся с вами обратно. Так, так, смотрим, смотрим, что это такое. Ух, дорога будет долгая, но зато по поверхности. Лекарство у меня, теперь я смогу спасти всех.
Это первый слой защиты деревни, нужно как-то пройти сюда. Так, смотри, я уже вижу там жителей, да-да-да. Как мне пройти-то? А, смотри, я вижу здесь лианы. Так, опа, паркур, новое движение, пусть самовыражение. Это, видимо, беженцы, наверное, испугались болезни. Может быть, здесь отдохнуть все-таки. Здорово, жители, я вам лекарство несу, если что. Так, а что делать-то? Стой, куда идешь? В деревне карантин, туда нельзя. А у меня лекарство есть, мне дал его волшебник. Да, похоже на лекарство, ну ладно, проходи. Ух, слава богу, можем проходить. Чертов побери, там, кажись, грабители. Какого черта, прям на карантине они решили его пограбить? Нет, фиг вам. Надо найти ключ, надо срочно найти ключ. Так, стоп. У осла ничего нету. Садись на осла и побежали. А где здесь мне ключ что найти? Ладно, черт его возьми этот ключ, я просто перепрыгну забор тогда. Побежали в деревню быстрее. Ты все в порядке, надеюсь? Так, бежим. Проходи быстрее. Да, я бегу уже. Так, здравствуйте, жители. Карантин, уже полдеревни заболело. Господи, смотрите, ни одного моба не осталось практически. Ура, письмо все-таки дошло. Ты достал лекарство? Здоровых осталось совсем немного. Бедные наши мобы. Да, я многое прошел, чтобы доставить это. Вот, держите. Отлично, теперь деревня будет жить, наши мобы. Наконец-то мы будем питаться. Наконец-то мы будем их разводить. Спасибо тебе, ты настоящий герой. Оставайся пока в городе. Мы дадим тебе все, что ты захочешь. Ты нас спас. Все, держите, все, слава богу. Меня наградили даже почетным стражем деревни. Медаль, часы, офигеть. Ну, спасибо вам. Ух, друзья, это было невероятное приключение. Мы спасли не только всех мобов, но еще и жителей. Спасли деревню от этого чертового вируса. На этом я буду сегодня заканчивать данное видео. Если оно вам понравилось, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. А для вас старался Фикса. Не забывайте также смотреть мои предыдущие видео, они очень интересные. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока.